Еще раз повторюсь, пирамиды, значит, пирамид 120 в Египте. Вот. Это сейчас мы находимся, вот это была красная пирамида, вот там внутри только что были. Эта пирамида изогнутая, потому что, ну, очевидно, у нее изогнутые скошенные углы. То есть она была номер два. Построена номер два, то есть как бы блинком. И вот та вот нормальная красная пирамида, это первая нормальная пирамида. Дальше там идут пирамиды Сакары, Гизы, вот. И вон еще пирамиды называют черные. Это тоже недостроенная какая-то. Вот. Здесь даже облицовка сохранилась у этой. Что удивительно. Очень много пирамид. В Египте всех. И не осмотришь так сходу. Чем эта пирамида считается еще изогнутой? Есть подозрение, что когда строить начали, достраивали, она стала седать. И они решили сократить ее размер, ну, уменьшив радиус. Да, вот там еще валились камушки. Часть облицовки осталась. Такая вот облицовочка. А вот там еще одна пирамида. Вот. А там красная пирамида. Уже отработанная. Тоже почти 100 метров высота. Тоже. Камни мощные, вся из камней стоит, как из кубиков. И мы к этой пирамиде кривой. Вот. Вот как сделана ее. Так условная облицовка. Камни отшлифованы. Вот. И в принципе довольно гладко все это смотрится. Он почти как ровная поверхность. Вот. А там здесь уже что-то. Часть камней вышла, вылетела. Это пирамида черная у нас. Вот. Это красная пирамида. Красиво тоже смотрится. Вообще хорошие места. Сейчас поднимаемся в эту пирамиду. Внутрь будем заходить. Вот она пирамида это. Еще по таким ракурсам. Вот как гладко выглядит довольно. Вот. Здесь, а, сейчас я видосик сделаю. Так, красная пирамида. Как я себе туристов на этих пирамидах мало, потому что все основном, ну, другие пирамиды идут. Вот, а эти пирамиды уже сил, ни времени не остается никого, потому что их 120 вообще в стране. Пойди-ка, все обойди. Ой, панорама шикарная. Вот. Больше мне вот это вот интересно. Вот как выглядит. Сейчас. Опа. Это черная пирамида. Сейчас идем. Итак, значит, погружаемся вниз в кривую пирамиду. Вот тоже такой же проход. Так. Спускаемся. Здесь довольно лужа, все это идет, поэтому, честно говоря, прекращу съемку, потому что неудобно. Вот так вот далеко. Метров. Сколько? Метров высота. Метр, высота метр, поэтому снимать неудобно, сейчас отключаю. Итак, мы спустились по этому проходу, очень узкому, как далеко, больше 100 метров, наверное, да? Спуск или... Вот, вышли такую камеру. Угу. О, куда вышли? Сейчас будем подниматься туда наверх. Вот, поднимаемся. Угу. Так, поднимаемся наверх. Такие вот места. Лестницы высокие. О, блин. Куда-то пришли. Да? О, так. Ну вот, находимся в одном из подвальников. Так, здесь вот ловушка была для грабителей. Эти камни вот, то, что насыпались-то, падали. И кто-то залазил туда, засыпали грабители. Вот, ну, сейчас туда наверх надо забираться. Сейчас пойдем наверх, погребальную комнату. Забрались мы по лестнице,
вот оттуда снизу. Это, наверное, уровень, не знаю, этажа 5 Хрущевки. Вот, здесь такой плац. Этот сам верх пирамиды, конус. Лаз очень маленький, не знаю, сантиметров, метр, наверное. Сейчас полезу туда. Опа. Так, снимать, наверное, получится, нет? Так. Там ненормально. Да. Если очень хочется, на седло сложится. Так, сейчас. Опа. Привет. С приездом. Да, спасибо. Вот и выбрались. Вон за мной лаз. Или протиснулся, наверное, в нем. Как в коконе. Такие вот гранитные штуки. Поднимаемся дальше. Вот еще кусочек лаза этого. Только что залез там. Вот такими. Сейчас пытаюсь забраться здесь, пока выключусь. Итак, залезли мы через это отверстие. Курица, не побоюсь этого слова, анальная. Вот. Зашли в такую часть пирамиды. Здесь уже повыше можно идти. Кислорода, слава богу, хватает. Так. Еще надо вверх. Целый квест. Забраться в эту пирамиду. Так. Ничего себе. Так. Поднимаемся. И вот мы на месте. Вот это, да? Куда мы забрались? Здесь ничего не пока не заходим. Сам верху пирамиды. Это погребальная комната. В ней ничего не нашли, потому что фараон решил, что здесь он не будет храниться. Он построил дальше пирамиды Сакари. Сакара. Ближе к Гизе туда. Это самый верх пирамиды. Так как он не стал храниться, стены не обработаны. Вот. Вот такое вот помещение. Ливанские кедры. Забирались мы долго. Вот такая вот. Но здесь вся энергия должна идти через эту дырку. По идее. Вот. Но для тех, кто верит в энергетику пирамид, реально вот надгробие сбоку. Вот. Поэтому не все так однозначно, что прям пирамиды концентрируют энергию. Возможно, просто самая понятная и простая форма, геометрическая, тем более это она не сразу построена. Это вот второй вариант, неправильный.